Уважаемый Никол Владимирович, очень рад вас видеть. Ваш визит приурочен к 30-летию установления дипотношений между нашими странами. И знаю, что у вас очень большая программа. Еще встреча с руководством правительства, федерального собрания, потом поездка в Нижний Новгород. И запланировано подписание ряда документов к довольно солидной базе. 200 документов у нас в основе наших правовых отношений подписано за предыдущие годы. И это создает хорошую возможность работать практически по всем направлениям. Одно из ведущих – это, безусловно, экономика. За 2021 год у нас рост был 12,8% по нашей статистике. А за первый месяц этого года плюс еще 50%. Это очень хороший показатель, особенно в современное время. Ну, разумеется, в центре нашего внимания будут и вопросы безопасности, в том числе связанных с Карабахом. Проблем остается много, согласен с вами. Мы с вами постоянно в контакте, не знаю, каждую неделю или каждые 10 дней точно говорим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего позвольте поблагодарить вас за приглашение официальным визитом посетить Российскую Федерацию. Как вы уже сказали, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение, потому что приурочено 30-летию дипломатических отношений между нашими странами и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне. И я надеюсь, что в итоге эта визита, эта динамика не только продолжится, но и будет более эффективной. Мы действительно постоянно находимся в контакте, очень часто встречаемся, постоянно разговариваем, имеем телефонные разговоры. И это еще и потому что наша повестка двухсторонних отношений, она очень насыщена. И практически во всех отраслях, начиная с экономики, заканчивая культурой, образованием и военно-техническим сотрудничеством, Россия является стратегическим союзническим партнером Армении. Мы эффективно взаимодействуем в Евразийском экономическом союзе, в СНГ, в организации договора о коллективном безопасности. И ни для кого не секрет, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе. И должен еще раз отметить вашу исключительную роль в деле прекращение огня и военных действий на Горном Карабахе в 2020 году. После этого российские миротворцы действуют на Горном Карабахе. И нужно отметить, что в целом, конечно же, деятельность российских миротворцев обеспечивает безопасность. И кажется, нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы сделать деятельность миротворцев более эффективной. И, конечно же, главный политический вопрос в нашем регионе – это регулирование Нагорно-Карабахской проблемы. Я уверен, что сегодня мы об этом тоже поговорим. И действительно, у нас у моего визита очень насыщенная повестка. Но довольно-таки большая часть этой повестки связана вот с этими переговорами, с сегодняшней встречей. Я уверен, что нам удастся провести результативные переговоры. Еще раз благодарю вас и еще раз очень рад вас видеть. Вы упомянули про сотрудничество в области культуры. У нас к вашему визиту и к 30-летию установление дипотношений приурочены Дни культуры Армении в России и Дни духовной культуры России в Армении. Я думаю, тоже это привлечет внимание, будет очень полезно. Спасибо.